вопрос отвечаю, собственно, я, потому что, наверное, лирическая, такая романтическая, мужская моя компания, все очень любят тяжелую музыку. Песня, которую мы исполнили, для нас самих очень экспериментальная, неожиданная. Мы в основном поем на английском, а здесь у нас целый мощный припев с этническим мотивом. Нам бы очень хотелось показать в Европе вот это наше немного национальное, народное, но преподнести это модно, современно, креативно, необыкновенно. Песня «Helpless» о возрождении. Она описывает состояние каждого из нас и Украины в целом. Если зрителям понравится наша песня, для нас будет большая честь представлять Украину на Евровидении. Recognize me, 'cause we burn.